ходят к нам, и кастрюли продают, и сковороды продают. Но я уже ничего мне не надо, я ничего не купляю. Я их отправляю скоренько до дому. Хорошо, когда пенсионеры знают, как вести себя с непрошенными гостями. Но, к сожалению, далеко не все готовы противостоять ухищрению мошенников. Особенно, когда те являются в дом под видом социальных работников или коммунальных служб. О мошенниках, их уловках и умении дать им отпор и говорили правоохранители с пенсионерами. Акция «Внимание, возраст» нацелена на профилактику правонарушений, которые совершают в первую очередь в отношении пожилых и одиноких. Проведение данного комплекса мероприятие было вызвано ростом преступлений в отношении престарелых граждан. Преимущественно данное преступление происходит в последнее время против собственности престарелых граждан, так как престарелые люди относятся к наиболее уязвимой части населения в силу своей какой-то беспечности и доверчивости. За 9 месяцев в Баранечском районе в отношении пожилых было совершено 17 преступлений, на 2 больше, чем за аналогичный период прошлого года.